Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Warhammer Total War, легендарный уровень сложности. Война против всех за Гримгара Железношкура и его орков. В прошлой серии так тревожных событий много произошло, как я погляжу. Гляньте на вот это чмо. Архаон навеки избранный. И это как бы не хухры-мухры. Заклинатель, доспехи, щиты, высокая эффективность в ближнем бою. То есть мне с ним сражаться ой-ой-ой. Плюс у него куча бомжей каких-то некрасивых. Надо как-то с этим делом справляться. Я боюсь, что без Гримгара мне здесь будет очень тяжко. А у Гримгара, ко всему прочему, у него очень сильно воинственность падает. И я так понимаю, что мне нужно на самом-то деле убить вот эту вот мятежную фигню. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне нужно задержать гребаные вот эти армии. Сейчас я буду пробовать их задержать. Ух ты, смотри-ка. Блокада вообще не катит. А если вот эту блокаду сделать, тоже не катит. Почему? Почему? Блевунчик тоже ничего не может сделать толком с ними. Ни нападение на отряд, ни заказное убийство. Потому что у него штраф. И здесь тоже тяжело. Плинтус. Вот Плинтус может кого-нибудь убить. Давай попробуем вот этого убить, чтобы потом воздействовать на армию. Чтобы... Ладно, с этим бог с ним. Отлично. Хоть кого-то грохнул. К сожалению, я не могу ни черта никого задержать. Вот это вот плохо, блин. Шансы слишком малы. Почему? Чё за фигня? Давай, иди сюда. Может быть, у тебя что-то получится. Карак. Караз, а Карак, конечно, хочется... нагнуть, но, блин, по-моему, хаос гораздо важнее. Нужно как-то выйти. Зараза, а? Не, ну ты посмотри. Так. Эти вонючки могут добежать до меня. На следующий же ход, по сути. Ладно, короче. Надо решать проблемы по мере их поступления. Сейчас мне нужно кровь из носа поднять воинственность у Гримгара. Так, свободен. И вот так. Отлично. Воинственность поднята более-менее. Да, блин, хреново поднята на самом-то деле. Только я вернусь. Какие наши дела? Так, мне нужно, знаете, что еще сделать? Я вот все время забываю это дело. Вот ожаг. У ожага зелье стойкости, это, конечно, круто. Но я хочу взять рубиновое кольцо разрушения. Вот эту штуковину, чтобы можно было пулять. Пульками. Матрас. Ах ты ж зараза такая. Так. Надо возвращаться, иначе это будут большие проблемы. Возвращаемся. Если хочет напасть этот перец на Гримгара, то милости просим. Кстати говоря, я же могу его сейчас еще немножечко... подкачать, мне кажется. Хотя мне нужны силы для того, чтобы сражаться с хаосом. Я думаю, что сейчас с хаосом, когда разберусь, тогда займусь вот этими доспехами крови. Я думаю, так надо будет сделать. Блин, плохо с агентами, конечно, получилось. Так, и арбуз у меня никуда не достает, да? Так, более-менее рыгун получает очередной уровень. Давай попробуем напасть на отряд еще. Ну и хорошо. Успех. Ты, да вот, сядь в засаду тогда. Может, кого-нибудь заловим. Я хотел еще, вот я заметил в прошлый раз, что у меня здесь рост прекратился вообще. А мне нужна вот эта ячейка, чтобы больше агентов нанимать. У меня здесь покорность +10. Вот.
Если я минус 6 сделаю, будет плюс 4, поэтому можно снести, в принципе, здесь поставить пока на рост постройку, а потом, когда ячейка эта появится, тогда уже... Тогда уже... Так, нет. Мне не нужны на следующий ход на агентов. Мне нужно будет очень много агентов задействовать. Все, по-моему, пока что на этот ход. Важно, что хаос будет делать. Воины хаоса. Отвали. А хаос ничего особенного не делает, по-моему, да? Или мне показалось? Телея что, попалась, что ли? Почти. Рудник горького камня взял в осаду. Ты посмотри, какой красавчик. Ну, я не боюсь, на самом деле. Пускай она его атакует, если хочет. Так, 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 так. Только уничтожив их все и победив их воителя Архаона, вы сможете остановить смертельный шторм раз навсегда. Ну, понятно. Короче, мне вот того Архаона надо победить. Давай, дисциплина. И все будет окей. Думаю, сейчас надо сначала здесь стилей вот этой вот разобраться. Сейчас, ладно, подождите. Давай сначала здесь посмотрим, что здесь. Ага. Ага. Как у тебя дела? Не очень. Ну, восстановился более-менее, ну так. Так, денег 7000. А, дотягиваешься ли ты до этого хаоса? Дотягиваешься, но... Мне кажется, что не стоит их атаковать. По крайней мере, когда у них вот столько бомжей, вот этих вот, неубиваемых. Так, этот только что на убийство. Блокада не получится вообще никак, да? То есть, ну, не вариант, да? А, нет, вот блокада. Блокада армии. А чё это? Не понял. Чем отличается? А, заказное убийство, блокада армии. Давай блокаду. Фу, блин. Мох сидр. Есть у меня еще вот этот типелла. Плевунчик. Он может тоже попробовать нападение на отряд поединщика. Есть. Отлично. Это очень хорошо, на самом деле. Это очень хорошо, потому что эти твари, насколько я понимаю, очень в бою мощные. Разведка, своя армия. Буря магии. Дополнительный... Урон чужому поселению, доход от построек. Ладно. Давай стойкость сделаем. Так, и вот этот типелла может попробовать догнать. Ну ладно, чё. Бывает. Так. А чё он такой покоцанный? А, его хаосит, походу, долбанул, да? Круто. Ладно. Давай. Мне здесь в первую очередь стены нужны, и во вторую очередь уже деньги. Да и во вторую очередь уже денежка вот эта. Мой ва атакует гору Гунбат. Как бы, как будто она мне сильно нужна. Бараздавазбак со стенами, да, со стенами. Но они с пушками, поэтому они все равно могут теоретически на один ход... Нормально я поединщика этого покоцал. Здесь два агента у меня. Здесь один агент. Да, больше у меня агентов нету. Блин. Очень неприятно, конечно, все это происходит, если честно. Давай попробуем, короче, засаду сделать. Может быть, мне получится по одной выцепить эти армии вонючие. Все-таки. Единственное, что мне не нравится, то что я один на один-то их и не одолею, скорее всего. Так, вот две засадки здесь поставить. Гребаный гном, может, выйдет еще, атакуют кого-нибудь, нет? Гугом. Гребаный гом, так. Враждебность минус один падает. Но мне надо уже выполнять это гребаное задание. Я извиняюсь за... То, что я постоянно говорю слово «гребаный».
И здесь, по идее, тоже нельзя просто так спускать. Ладно. Этого мы долбанем. Я думаю, что у меня в этой серии будет однозначно битва с Хаосом, поэтому я не буду с Катрацией опять битву проводить, я уже с ним дрался. Уже были битвы с людьми, ничего тут сложного нету, у них практически нету никаких этих кавалерии. У меня, в принципе, тоже, но вот эту штуку я окружаю спокойно и убиваю, ничего тут сложного нет. Поэтому идут к лешему, пускай отдыхает, идет. А я иду к руднику Горького Камня. Так, а он, кстати, у него нету ничего интересного, ничего он мне не сделает. И я могу еще попробовать напасть на отряд. А, отлично. С него этот совсем дохлый, его легко будет замочить. Так. 2700. Ну что, сейчас будет все зависеть от того, как они походят. Давай. У рыгуна есть непотраченное очко. Да. Так, самооборона героя, шанс ранить нападавшего. Слушай, я даже не знаю. Ну, ладно. Мне нужно же для стойкости вот эту фигню взять хотя бы одну. И, кстати, по-моему, у меня неправильно назван чел был, мне подсказывает. Да, вот неправильно я его назвал. Он же Клизмыч на самом деле. А я его с каким-то японским акцентом называю. Да, да. Хорошо, теперь вопрос, хочу ли я Гримгаром выйти и подраться. В принципе, ну, как бы хочешь не хочешь, а надо. Поэтому давай. Просто падает воинственность, поэтому мне надо, реально надо. Доспех крови. Телепортация. Так, подожди. Сколько у него еще? Нет, он еще один ход продержится. Давай, я хочу посмотреть, что Хаос будет делать. Давай, на следующий ход я пойду доспех крови делать. Меня сейчас Хаос больше волнует. А, вот так вот, да? Ясно. Хорошо. Так меня тоже устроит. Они меня увидели? Да, они меня увидели. Ёптать. Ёптать. Ой, жопа. О, засада. Фу, я думал, они меня увидели, и, короче, все. И напали, мне сейчас придется разбегаться в разные стороны. Нет, засада. Одна армия, это кто? Это Архаон навеки избранный. Попал в засаду ко мне. Я сейчас могу нажать авторасчет и ему кирдык, но, как бы... Вы же мне этого не простите, правда? Рубимся. Я, кстати, херею от этой засады, если честно, блин. Обе армии у меня, по идее, доступны, но размещать я могу только одну. Я никогда в жизни такой армии не победю. Не побеждю. Не одержу победу над Хаосом. В общем, основная задача, конечно, продержаться, пока придет мое подкрепление, вот это. Второстепенная задача, ну, может быть, даже не менее важная, это выщемить пушки вот эти. У них, я так понимаю, не очень много быстрых юнитов, на самом деле. А, ну, как бы прилично, на самом деле. У них раз, два бича, этот, наверное, тоже носится, как у горелый. Также у них есть летающая хрень и колесница. Поэтому моим стрелкам, наверное, кирдык. Но я хочу, чтобы они сделали все-таки несколько залпов. Не буду я ничего играть. Давай. Алло. А, тьфу, блин, это я только... Так, давай вот эту. Хрень прямо вот сразу. Вот так. Мочи. Ты что, дебил? Ты зачем так близко подходишь-то? Уходи нафиг оттуда. Якорь, блин. Я не знаю, как назойливая чесотка работает, если честно. Ой-ой-ой. Понятное дело, моим стрелкам полный П. У меня есть еще, кстати, спрятанные в кустах эти.
Один отряд я вывел, да. О, жопа, блин, полная огурцов. Это контролить вообще невозможно, по-моему. Блин. Здесь всем кирдык, по-моему. Так, как бы это все? Вот так. Выходи. Так, здесь. В принципе, с хаосом, с этим, с пушкой я разобрался. Здесь тролли, блин, конечно. Они еще все еще не умерли. Гребаная пушка. Удар из-под тишка. Не могу я на Архаона применить. Что, так близко надо подходить, что ли? Чтобы эту хрень сделать? Вот так. А-а-а. Бейте всех там, я не знаю. Всех обвел рамкой и нажал атаку. Засада, твою мать, а? Уже мне. Так, это что такое? Восстановление способности. Это что? Скорость ускорения, скорость натиска, запас сил попозже. Увеличение запаса энергии. Дисциплина. Да, кстати, дисциплину можно и увеличить. Всем. Подольше продержится, подольше поубивают кого-нибудь. Так, отроди хаоса тут все убивают. О, так, ребята. Я, конечно, понимаю, что вы классные. Можете всех убить, но... Тут не до контроля, естественно. Давай вот так включим. Получше будет. Все идут. Тут более-менее. Где мой матрасик? Матрасик, давай-ка. Еще уменьшим характеристики этих тварей. Все, по-моему, продавили меня. Все, уходим. Это, кстати, орки, что ли? Черные орки убегают. Да. Окей, уходим. Засада удалась, как говорится, да? Так, у меня еще есть немножечко чайную ложечку. Хрень, что это за дрянь вообще такая? А, я вообще ничего не вижу, блин. Так, мои пауки разберутся с этими вот троллями хаоса или как? Три паука-то, как подрубленные упали. Так, хорошо, возвращайся. Это что? Ускорение, сам отряд, отлично. Дисциплина, ладно, пока. Так, тут какой-то расстрел идет, хорошо. Вот эти ребята, давайте уже выстраивайтесь. Сейчас будем долбить куда-нибудь. Так, у меня есть стрелки всякие, хорошо. Давай, надо будет пострелять, я чувствую. Неплохо так. Пока не подошли вот эти все, надо идти пауками убить тех, кто отстал. А, я так понимаю, не только пауками. Так, черные ребята все. А,
уже нету, у тебя уже стрелы кончились. Тогда просто догоняй их, потому что они уже убегают. Так, моя арта стреляет, это отлично. Все лучники сейчас должны будут оттянуть на себя вот эту фигню. О, это что такое? Блин. Тоже нехорошо. Можно, кстати, поторговать еще своей кавалерией. Так, Тамар, непреклонность, я понял тебя. Ну вот у меня стоит ожечок мой. Избранные колеблются. Давай, надо, короче, окружать этого чмошника и убивать его. Так, ты иди тоже. Поторгуешь немножко лицом. Сломленные, догоняй. Тамар колеблется, хорошо. Ну, в принципе, засада в какой-то мере удалась. Я, конечно, одну армию потерял, по-моему, почти полностью, там, в черных орках. Но если я убью этого Архаона, Махаона, где он, кстати, чмо это? То это того стоит. Сука, я ж тебя выделяю. Догоняй всех, пожалуйста, потому что никто убежать не должен. Избранные сломлены. Матрас Бульба прибежал. Так. Так, мы кого тут гоняем? Тамара. А это кто? Регель Вор. Отойдите пока. Стойте. Дай-ка ему туда. Сука косая. Где этот Мархаон? Галимый. Это что? Четкие пацаны? Ух ты. Откуда ты вылез-то такой, красавчик? Так, нет. Вот ты как раз догоняй. А паук и черные орки пойдут отряд мочить вот этот. Так, ты кто? Вот он! Вот он, сука. Убивай. Так, ребята, мочите вот по вот этой штуке. Мне нужно удар из-под тишка сделать по Мархаону. Отлично. И назойливую чесотку еще. Мочи-мочи, суку. Так, здесь еще рядом стоят войска. Ой, катапульта по мне. Катапульта, колесница хаоса прибежала. Больная. Это что такое? А, кавалерия, отлично. Что у них войска разбросаны, это вообще замечательно. Так, отходим. Иди к избранным. Прими их, а то сейчас догонят наших. Четкие пацаны примут Тамара, который очнулся. Хорошо, что я от него отстал. Отряд полностью уничтожен. Ну, верю. Верю, охотно верю. Ты кто? Избранные колеблются. Догони. Помоги расстрелять по избранным. И ты тоже. Ни одна мразь уйти не должна. Так, ты кто? Еще один удар из-под тишка хочу. Где? Не могу. А куда могу? Не могу. Победа, нет уж, ребята. Я должен... Вот что хотите, но я должен вот этого чмошника сокрушить, убить, я не знаю, что-нибудь с ним сделать. Он не должен убежать ни в коем случае. Так. Вот вы прекращаете стрелять, потому что вы своих больше поубиваете теперь. Да
Догоняй. Ты за кем там бегаешь? Не хочу знать. Беги за избранными. Так, у меня еще есть куча коней, которые... Коней, випрей. Где Мархаон? Мархаон. Где он? Он куда-то убежал. Чё за хрень? Алло. Только что же здесь был. Он чё, испарился, что ли? У меня не было сообщения, что он убит или там что-то типа того. Он в лесу где-то может быть? Твою мать, мне этого не хватало еще. Чтоб он сейчас выжил или что. Я просто не очень... Я не очень в курсе просто, как это все происходит. Или было сообщение? Где враги, алло? Вообще никого не вижу. Че, угораете что ли надо мной? Ладно, встретимся на глобале. Мархаон. Архаон. Мархаон — это бабочка такая была вроде, да? Да, конечно, меня покосали жуть просто. Вот тебе и авторасчет этот волшебный вархаммеровский. Ну, а Жак, кстати, 106 человек только потерял. Матрас, который засаду, собственно, делал, потерял, блин, 1000. Жесть. Вот эти трое, по-моему, все легли. Я надеюсь. Все, на соплях не ушел. Я просто не видел сообщения, что он ранен или убит, или что-то типа того. Этот отряд понес слишком большие потери и был распущен. Они типа выжили, что ли, твари? У меня знамя было какое-то, а я что-то его не использовал. Эй! У меня почти войск тут не осталось. Как бы... Что за хрень вообще? А, да отвали. Так. Подмога идет из... Чисто пехота вообще. Эти покоцанные, они сразу лягут. Этот первого уровня. Ладно, короче, этих я не боюсь. А здесь что? Здесь целая армия. Фу, это будет плотно, блин, очень плотно. У меня убитая практически фехтура. Ну, в принципе, я бегать буду, наверное, пока не придет подмога. Хер ли делать. Давай-ка я флаг дам самому этому матрасу, правильно? Что остается делать-то? Баланс, кстати, не в мою пользу. Я вот не знаю, почему. Он крут, да, вот этот вот типелло? Это кто? Фралтрас, поединщик. Ну не, ну выхода-то нет. Ключ поверни и полетели. Так, опять. Ну 28, в принципе, нормально, наверное. Я не знаю. Вот у меня подкрепа отсюда идет, у них идет аж оттуда. Я буду где-то здесь размещаться, по всей видимости. Ёперный театр, блин. Так. Вообще, конечно, это неправильно, блин. Вот эти ребята все, наверное, у меня уйдут сразу, потому что, ну, нет смысла, они посыпятся моментально просто. Вот эти ребята... Они, конечно, могут что-то подстрелить, да, я посмотрю на них хоть. Ну, в принципе, могут, наверное, кого-то подстрелить. Тут вообще есть катапульта? Да. Есть, ладно. Ладно, ну, в любом случае, я буду размещаться поближе, конечно, к своим. Блин, тут лес вонючий этот. Они же там скроются, их не видно будет, и даже не сможет стрелять моя катапульта. Мне, короче, надо будет отойти. Ладно. В общем, в любом случае, как-то так. Единственное, что я хочу выцепить у них пушки. Пушки, пушки, пушки. Они все где-то здесь будут же враги, да, правильно? Вот. Поэтому я размещусь туточки. Вообще, в принципе, все кавалеристы пускай там стоят. А вот эти все тут. Туплю постоянно с этим делом. Все сюда. Теперь.
Ой, блин, там, конечно, жопа. Они все оттуда идут. Давай, так. Так. Здесь целое все, но... Походу, это не поможет. Если они сейчас ломанут сразу ко мне. Колесница хаоса. Еще какая-то хрень. Опять это тупейшее вот это вот... Больше всего раздражает, это именно... Вот эта фигня с подкрепами. Так, они ко мне развернулись, да? Окончательно. Вот эта штука никогда в жизни. Нормально. Не сработает, поэтому... Мне придется, походу, здесь их встречать. Вот хочешь, не хочешь. О, да. Давай, становимся. Так, уже стрельба пошла, да? Эти куда-то стреляют, не поймешь. Вы куда? Идем на адскую пушку. Всеми своими ошметками. Хер ли делать? Не-не, не убегайте, не надо, я передумал. Я передумал. Наоборот, лучше вы подходите. Ты вообще сюда... Рыцари хаоса, да, это больно будет. Давай лучше назад. Вы стреляете или вы так? Вроде стреляют. Так, на адскую пушку я напал, да, на всех? Да. Это что? Иди колесницу выщеми. Думаю, у тебя получится. Так, три паучка стоит. Хорошо. Так, по-моему, там с адской пушкой все нормально. Ничего, все-таки стреляют. Как-то. Каким-то магическим образом. Сука. Отвали от меня, отвали от меня, отвали от меня, отвали, сука. Так, здесь хорошо застрел идет, очень хорошо идет. Дрянь такая. Так, да, я удар из-под тяжка сделаю. Где тут вонючка какая-нибудь? Не вижу вообще никого из лордов. Ладно. Гребаные колесницы, конечно. Так, здесь все. Отлично. Заходим. Сейчас еще куча пехоты оттуда подойдет. Ты кто? Избранный? Здесь все с адской пушкой? Да, по-моему. Да, по-моему, все. С адской пушкой все, отлично. Рыцарь хаоса, давай. Твою мать. Стреляй. Твари, 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 твари. Не знаю. Подходим, подходим. Гребаных рыцарей расстреляли. Давайте, давайте, давайте. Чуть-чуть осталось. Ну же. Поединщик вон он стоит, сука.
Стреляй по нему. Где моя вонючка? Удар из-под тишка хочу по нему. Да не получается! А, вот, все, получилось, отлично. Так, мои спрятавшиеся воины обнаружены. Ой-ой-ой, кем? Избранные тяжелое оружие. Отходим. Может быть, получится на себя их оттянуть. Так, паучок мой совсем что-то склеился. Иди помоги своему дружбану. Бля, это больно. Давай, заколдовал, да, отлично. О, у меня есть такая хрень. Я забыл про нее совсем. Только паука не убей, пожалуйста. Идите, убейте всех. Господь узнает своих. Так. Стреляй. Так, у меня еще есть немножко резервов. Получил. Сучандра. Поединщик хренов. Сломленный. Блин, какие там жесткие типы, а? Так. Восстановим. Почему не могу попасть по нему? Хер его знает. Блин, не получается. Ну и посмотрим, как он зарядит. Давай, колдуй, колдуй, колдун, твою мать. Своих больше убил, по-моему. Это что такое? Ага, отлично. Отлично, и арта моя работает прекрасно просто. Отлично, и арту спас. По большому счету, она сейчас вообще делает вещи, блин. Разносит эту всю херню. Сейчас еще арту немножко продержим за счет своих. Так, у меня один паук остался даже, да? Круто. Давай сюда. А, ладно, у вас от вас толку нет все равно. Вот так вот. Кайтим. Отлично, сейчас они фофланг еще получат. Правда, у них щиты с этой стороны, да? Ничего. Ну, сейчас уже в спину начнут получать. Так, о-о-о-о-о-о. Умирают избранные. Тут дострел идет. Мои, кстати, отдыхают все это время. Это что? Становление способности. Давай. Так, эту башку, я не знаю, она вообще толковая, нет, башка? Неплохо так. Чё-то она тут делает, я не пойму, правда, чё? Так, еще какая-то хрень. Сюда. Удар из-под тишка. Кому? 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 Кому выдать? Никто не хочет. Ладно. Давай, паука.
Вот так. Сучандра и паук мы подошел как раз. Так, в спину застреливаем. Отлично, я его хотел отвлечь, я его отвлек. Прекрасно. Можешь вот этих вот нагнуть. Так, чесотка. Давай чесотку, чтобы они хуже сражались. Они где-то в лесу здесь ходят, да? Отряд еще целый. Ага, вот. Ну нет. Встретимся на глобале. Сейчас я догоню, кого смогу. Чмошники, хаоситы. Крутые, крутые. Говно. Незначительная, говорите, победа. Да нормальная победа, блин. Кстати, авторасчет даже говорил, что я проиграю. Несмотря на предыдущую битву. Мне предыдущая мне показалась засадная, вот эта вот тупорылая. Показалась сложнее именно из-за тупорылого расположения армии. Не до засада такая. Окей. Ух ты. Обсидиан притяжения, что это? Уровень получил. Ладно. Вот так. Ой, бля, это что такое было? Это, короче, у меня наверху там агент какой-то есть, про которого я забыл, да? И он спалил какие-то орды еще несметные. Черт знает кого. Так показалось, что он своего агента пнул, да? Ёптать. Что это? Какого хрена? А, это... Я понял. Это восстание. Восстание хаоса. Ничего себе. Ладно. Да ну на. Я, честно говоря... Это потому что скверны много, да? Блин, я думал, там какие-нибудь гномы вылезут или типа того. И разрушил. Да и плевать. Сорвана засада, ажак, мясник. Действие вражеских лордов, нападение на отряд, успех. Ах ты сука. Похищенных врагов. Так, противник погиб в битве. Флатрас, поединщик. Хорошо. Поселение разрушено. Логово Гнашрака. Перевал вершин. Пофиг. Задание про... Какое? А, да насрать. Так, крутые доспехи Ажага. Доспехи у Ажага вполне конкретные. С шипами, черепами и запекшейся кровью бесчисленных врагов. Но чего-то у них все-таки не хватает. Так и не поняв, чего именно, Ажаг потребовал ответа на вопросы своих шаманов. Орочий шаман, шаман ночных гоблинов. Я так понимаю, что орочи... Я не знаю, я чисто предполагаю, я понятия не имею, никогда этого не видел, ни у кого даже не смотрел никогда. Я так чисто вот предполагаю, что орочий шаман будет связан на что-нибудь, на битву, на ближний бой, а шаманочных гоблинов на магию, наверное. Давай попробуем на магию, все-таки он маг. Так, присоедините героя шаман ночных гоблинов к армии следующего лорда, Ажак Мясник. Ага. Так, пришелец. Нет, нет. Деньги мне не нужны. К Ажагу Мяснику шамана ночных гоблинов надо присоединить. Плинтус, ты у нас кто? Вожак гоблинов. А где шам... Блин, вот это я молодец, конечно. У меня нету шамана ночных гоблинов, алло. Это я молодец, конечно. Так, призвать героя. Шаман. Вожак гоблинов, вожак гоблинов, вожак гоблинов. А шаманы где? Так. Вот, шаман. Угу. Максимальное количество героев этого типа.
Серьезно? Короче, я сам себя перехитрил, походу. Ладно. В общем, мне нужно таких штуковин больше, да? Вожак гоблинов. Нет, не таких. Мне нужно... О, сектор газа. Только я говорил, что... Да, фигню я говорил, короче говоря. Зачем я сносил это все тогда? Вожак гоблинов, тра-та-та, ладно. Короче, мне, видимо, нужна вот такая фигня еще. Еще одна хижина шамана. И, видимо, я ее как раз построю вот здесь. Когда ячейка появится, я ее здесь построю. Ладно, хорошо, все не так уж и плохо. Так, тут все... Как бы бог с ним. Че я тут насмотрел? Что здесь? Что здесь происходит? О, гномы тут обосновались. Здесь, короче говоря, стада каких-то балбесов идут. Очень интересно. Мне почему-то ни черта не сказали про то, что я этого типа убил. Я не понимаю, если честно. То есть... Я же вроде его убил, алло. Главного этого Махаона. Лорд Хаоса, Варит. Эгрим, Лорд Хаоса. Ну? Чё про Махаона ничего не сказали-то? Бред, конечно. Так, ладно, Мажак. У меня задание есть, я понял. Сокрушительный натиск, это, конечно, круто. Толстая кожа, это тоже круто. Ну, давай уже как-то... А, мне чародейский венец нужен, чтобы это все дело прокачивать, да? Это печалька. Ну, тогда надо дикарей, наверное, качать. Что остается-то? Можно, конечно, и в стремительный удар уйти тоже, но мне жалко, блин, здесь аж 4 очка тратить, если честно. Это, мне кажется, не то. Давай по делу, это что такое? Усиление натиска. Вокруг себя влияет на союзников в зоне действия, да? Интересно. Интересно. Ива, атака 53 в ближнем бою. Хм... Давай пока сюда. Матрас получает у меня еще очередной уровень. Я, видимо, ему не успею стремительный удар получить, наверное, да? Мне так кажется. Сколько мне нужно здесь? 27. Получается, у меня всего 4, да? Я 3 возьму, вот это 4 будет, и все. Я стремительный удар не успеваю. Подожди, 27 уровень. 28 еще один, 29, 30. Да, не успеваю, к сожалению. Ладно, ладно. Давай ездуны качать, как я и хотел. И на меня напал гномчик. У него есть органное орудие, аж 4 штуки. У меня, в принципе, есть четкие пацаны. Грим. Тут все раздолбанное. Раздолбанное жутким образом просто. А, вот так вот? То есть он просто взял и убежал? Якорь какой-то. А че нападал? Ну, наверное... Неважно, короче, что он там хотел. Могу ли я его убить? Вот в чем вопрос. Ну, наверное, могу все-таки. У него очень много арты, а у меня много кавалерии. То есть, в принципе, что мне мешает-то, да? Что мне мешает?
Ого. А чё он такой крутой-то? Вообще не понимаю, чё он такой крутой. Решительно не догоняю. Просто его армию пополам разорвать ничего не стоит. Если потрачу патроны... Хотя патроны потратить может не получится. Может он просто-напросто мне устроит, блин. Так, а есть у меня возможность засунуть вот этого типа в армию? Нет. У Плинтуса вообще есть гигантский волк? Да, у Плинтуса есть гигантский волк. Я могу попробовать на следующий ход на самом деле это сделать. То есть, чтобы быть точно уверенным, что я могу потратить всю его арту, мне нужен какой-нибудь быстрый юнит, вот типа как раз гигантского волка. Потому что черт его знает, органное орудие выносит вот это вот все на раз-два. Опасно, блин. Сколько там время, кстати? А, так тем более время уже все подошло к концу. Ну ладно, значит, вот такими битвами я и закончу пока эту серию. Дальше будем разгребать с остатками хаоса и с гномами уже следующей серии. Думаю, что в следующей серии я возьму кара за карак. Так или иначе. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот. Это Warhammer Total War. Легендарный уровень сложности. Война против всех. За орков. Гримгар и Железная Шкура. Всем пока. Лайк, подписка, все дела.